Вон, Кирилл, братан! Ты меня не увидел! Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам. Различные акции, отсутствие комиссий, открытая лайф-лента и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам и испытай свою удачу на elitecase.net. Чуваки, с вами снова Кофе Варпач и Алекс Фокс. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт CS:GO. Хатыш, всем здорово, чуваки. Всем яу, друзья. И посмотрите на нашего сегодняшнего такого маньяка. Посмотрите, какой он такой. У тебя какая пузичка, какой классненький. В общем, ребята, сегодня у нас новая карта. Это какой-то дом, и он очень большой. Там очень много нычек, поэтому присаживайтесь удобнее. И так приятного все, просмотра. Ну что ж, по канону любого маньячка первый у нас начинает Алекс. Алекс, конечно, ты там готов, да? Да. Всегда готов. Всегда Люка, готов. У тебя есть позиция какая-нибудь хорошая? Не, я думаю, что сюда идти не надо. Сюда не стоит идти. У меня есть одна позиция, но я вот не совсем уверен, стоит ли туда идти. Давай попробуем. Я прям иду за тобой, Кирилл. Вот здесь сейчас спустимся. Так, отлично, спускаемся. Ох, как замечательно. Да, вот сюда главное, пониже надо. Вот, вот сюда. Вот, хорошо. Позиция хорошая, я тебе скажу так, что позиция реально хорошая. Вот, да. Саня, ты во сколько выходишь, какое время или ты уже Я вышел? Уже вышел. Ты уже вышел? Вот так вот, да? Бум-бум-бум. Так, я слышал, что кто-то зашел в дом. Я слышал, что кто-то открыл дверь. Что делаешь? О! Ничего себе! Нифига! Давай трюхачко. Это так работает? Ну-ка, да, я тоже попробую. Дай попробую. Ну-ка, дай. О! Трехочков еще. Оп! Опа! Оп! Трехочков вообще даже не задел. Вообще. Вообще отлично. Опа! Да, оп! Где у нас там маньяк? Я не знаю, я его даже не слышу. Маньяк! Саня, ты где? Маньячок! Подожди, мне бы хотя бы реально хотя бы раз увидеть просто и все. Маньячина, маньячок! Так. А ты правда маньяк? Нет. Подожди, Саня, ты где? О, тут калаш-кофе лежал. Где? О, я походу понял, где он находится сейчас. Где калаш-кофе лежал? Подожди. Чё, блин? Чё? Олег. Чего? Олег. Чего такое, Саня? Я просто говорю, Олег, что нельзя сказать, потому что Олег... Нет, нельзя. Сказал Олег. Нет, просто когда обычно говорят мое имя, то спрашивают, задают вопрос, они просто говорят его. Понял, холоп? Ну, это мы так шутим, так что это не обращайте внимания. А где он? Где маньяк-то? Я тоже не понимаю, он вроде бы... Ой, опасно! Ой, доигрался! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сань, ты где? Ну покажись хотя бы. Я вас сейчас всех перебью. Да как ты перебьешь? Ты найди нас сначала. Я тебя не видел еще. Вы где? Найди нас. Это был очень опасный маневр. Вообще очень. Ну хоть хпшечка нормасик. Какой маневр, эй! Ты видел? Да. Да, видел. Че, Саня, как на балконе нормально погодка была такая на улице, да? По-моему, на балконе вообще самое оно, да? По-моему, вообще по кайфу, да. Я давно не на балконе. Ты давно не на балконе? Ну ты недавно там был, ты чё? Санёчек! Мне это нравится. Такое просто не бывает, потому что я вас нахожу вообще первую секунду. Вроде бы такая позиция вообще... Вообще, на самом деле, очень из... Олег просто вообще молодчик. Дубль 3 или какой, или второй, я не знаю, второй, по-моему, дубль. Да. Уже второй раз поднимаюсь наверх. Ну, в смысле, поднимаюсь наверх, а потом падаю. Да. Ну-ка. Или наоборот, я Саня, это была подсказка. В итоге я не понял, это была подсказка или нет. Саня, да, это была подсказка. Ладно, серьезно? Просто вы конченый ублюдок. А, вон он! Он допрыгнет? Да не допрыгнет, ты че? Как он допрыгнет-то? Идите в сраку, ну, короче, я на вас обидел. Он не допрыгнет оттуда. Ты чё, не знаешь, как допрыгнуть? Ты чё? Я знаю, как кто залезть. Не знаешь ты ничего? Я его показал. Так, бежим, Олег, бежим. Сука! Я убежал, Кирилл, я почти убежал. Так. Я вижу тебя, Кирилл, налево, сейчас налево. А, не надо налево. Сука, я убежал! Кирилл, мне нужна твоя помощь, я не знаю. Какая помощь? Я не знаю, какая-либо.
Так, окей, я понял. Сейчас, подожди. Саня просто... Он по всему стреляет, понимаешь? Санёчек! Нет, ну нет! Санёчек, Сань! Как ты знал про эту нычку или нет? Подожди, Кирюха, ты такой... Ты чё делал? Нормально такая, слышу, у тебя позиция такая нормальная. Ага, такая вот, знаешь, вот, думаю, чтобы выжить сука. 40 секунд, мне кажется, это нормальная позиция. Вот я хочу посмотреть, где Саня бегает. Саня просто бомбит. Саня, давай. Санёчек, я на втором этаже. Вот, Саня, знаешь, Саня, он Саня. Он непрерывно просто по всему стреляет. Это вообще... Саня, второй этаж. Саня. Саня, второй этаж. Second floor, second floor. Ты видел это, Олег? Да я вижу такие... Это вау! Сань, 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 ну на балкон выйди, чё ты, Сань, нормально Сань, же общались. Ну, ты чё, ну. Кирюха, быстрее беги, 7 секунд! Я забыл, что там тупик! Я забыл, что там тупик! Ну, практически, практически победил. И так как Олега убили первого, он у нас сейчас второй маньячок. Я сейчас буду маньяком и буду вас искать. Не думайте, что вы продержитесь дольше, чем мы продержались в первом раунде. Я вам это отвечаю, пацаны. Я постараюсь, постараюсь, чтобы так не получилось. Так, Олежа, давайте. Попробуйте нас найти. Вот я куда-то спрятался, Сань. Вот ты видишь, да, наверное, это? Я вот чувствую, у меня такое ощущение, что вы где-то рядом. Вот реально, пацаны, у меня такое ощущение, что вы где-то рядом. Я а знаю. Во сколько открывается дверь там вообще? А вот, вот сейчас уже дверька почти открылась. Из 5, 8, 5, 5. Из 5, 5, 8, 15, 10. Да, 15, 10. О, отлично, все. Так, я проник, все. О-ля-ля, какие. О-ля-ля, какие там люди. Это в смысле? Это не ноуклип? Нет. А чё это такое? Чё там? Не знаю, он у меня просто... Это конченый! В смысле? Чё там происходит? В смысле поверхность? Ты чё себе? Такая поверхность. Реально, что ли? Да. Я вообще не знал про неё ничего. Чё там за поверхность? Ну там, короче, дерево, которое в саду стоит. Да. И прикол в том, что рядом с ним есть какое-то вот такое невидимое облако, на котором стоял как бы Саня. Так, а вот, когда, знаешь, когда я зашел на эту карту, мне Саня сказал, что знает абсолютно каждую нычку на этой карте. И когда он сказал, вау, я не знаю этой нычки, это только прям, знаешь, прям яблочко в мой огородик, это прям круто. Так, вы знаете, для вот тебя, на самом деле, не, на самом деле слова, которые мне сказал Кирилл, что типа, точнее Саня, что типа я не знаю, где это находится место, они меня на самом деле не очень взбодрили даже. Да, вот, да, я представляю. Слушай, я сам нашел в последний момент это место, потому что я подумал, а почему бы и нет? Вот это бы еще было прозрачное, все, было бы круто. Да, Варпач говорит правду, Олег не верит. Так, а чё? Где? Куда? Так вот, вот вы смеетесь даже, поэтому я точно верю, что где-то Кирилл рядом. А что, нам посмеяться нельзя? Можно, конечно, но все равно. Алекс, а где он? Где он? Я хожу. Ну, то есть это в любом случае касается дома, и это первый этаж. Да, ищи парадный вход. Именно парадный. Там в дом зажил. Так а что делать? Смотри, парадный вход. Нормально, нормально, пускай ищет. Это как бы это нормально, да. Не найдет тебя, ты понимаешь, Варпач. Парадный вход. Я бы хер нашел, если честно. Это пипец. Я знаю, как бы я дам подсказку уже на 15 секунд, наверное. На 15 секунде? Вот смотри, Саня, смотри, вот Саня, я вот сейчас стою и смотрю, в правильном направлении или нет. Вообще-то да, смотришь на правильном направлении. А где он вообще? Это в морде. Я больше тебе не скажу. В морде? Ну, морде доме. А, ну морде да, доме. Это спереди дома прям, вот где главный вход и недалеко от него. Сейчас на 15 секунд я знаю, как бы дать подсказку. Да давай подсказку быстрее уже, я не понимаю. Веселый молочник обычно что-нибудь... Это вот сейчас не я нажал. Слышал, так, да, Сань? Сейчас 15 секунд, я говорю. Газеты, старые газеты лежат. Ай-яй-яй-яй, а что там такое? Там надо, главное, найти старые... Прикинь! Я вообще не знал про это место. Я сам не знал. Я вот только недавно, ну буквально вот перед тем, как начал убегать от тебя. Ясненько, понятненько, да. Ну что, ребята, я выхожу. Так, где вы? А, он не услышал? Я надеюсь, что нет. Я не услышал вас. А, это жестко. Я вот это был реально случайно сделал. Вот у тебя ботинки страшные, ты их можешь. А у тебя у самого ботинки, ты видел какие? Ну я хотя бы их в лицо не пихаю. Ага. А вот ты меня видишь? Дай мне посмотреть. Давай. Посмотри. Смотри в сторону автобуса. Здесь я не спорю. Какую сторону автобуса? Вы о чем? Голубчики.
Так, Саня, мы всякие кроссовки тоже ни о чем. Дай я посмотрю, Нет, ты смотри. О, ёжики. Где вы, ёжики? Не вылазь. Тихо. Не палимся, что мы на крыше. Саня, ты видишь его? Нет. Я тоже что-то не вижу. Ага, рассказывайте. Не видите вы меня? Вон они, вы шумите где-то вот здесь вот. Мы зашумим. Что? Во! Чего? Я думал, вы наверху. Я реально думал, вы наверху. Я смотрю на радар, и вы у меня красным горите. Я такой стреляю вверх, а оказывается, я перед собой стрелял и вас убил. Ну, чистый рандом, ребята. Я победитель. Давайте еще раз маничком замучусь. Я вышел, ребята. Так, окей, спасибо за информацию. По-моему, ты должен был выйти секунд 20 назад. Ну, у меня получилось только сейчас выйти, я не знаю, как насчет. Срок отмотал, да. Так, а ты еще там, да? Ну ты куда-то побежал, ты там, да, заныкался? Да, я там чужу. Ясненько. Там заныкался. В принципе, там заныкался, вполне понятно, где он. Ну, это да. Блин, на самом деле, страшно, ребят, пипец. Потому что я не знаю, если вот сейчас мы уже поиграли, уже нормальное количество времени провели на этой карте, да, и уже все ныки почти знаем. И типа, куда ныкаться, я вообще не понимаю, реально. Поэтому, Саня, нам нужно было, как мне кажется, все-таки вдвоем. У меня это... Вот, чего такое? Предчувствие плохое, я чувствую его, он где-то здесь. Так, Олежа. Здравствуйте. Я тебя чувствовал. О, Саня, ты это чё? Чё там? Это 360. 360? Это Google, Да ясно, Саня, с тобой. А чё там? Ну, одноместное, не видишь. Да он пошёл в такое место, и чё? И поместились бы вдвоём, без соседа, не в обиде. Нет. В каком же ты месте? Ну, у меня 360 Google, вот, да, кстати, наверху это. 360 Google? Ты не поймешь. Не это чисто Санины шутки такие. Да, это мои шутки. Шутки от Алекса. Пада-пада-пам. Пум. Так, Алекс. What are you doing, Alex? Саня. Саня, выходи. Ой, не, Кирилл, не получится. Саня, выходи. Подожди, а как? То самое чувство, когда ты видишь свою жертву на радаре, но ты не можешь ее достать. Саня, выходи. Чё, блядь? На тебе граффити. О! На тебе граффити. Я даже не знаю, где ты был. Что это за место? Ну, ребята, я вот уже выбежал, отключил специально худы. И я все-таки вас найду, думаю. Хотя вот без худов, знаешь... Вот ты дурак. Да нет, да пусть. Чё? Чё она пропадёт? Подожди, ща я и заделаю её. Кого заделаешь? Да там, я оставил просто дырку на втором этаже. Да нахрен, я побежал. Да не беги, стопэ, сидим. Ладно, погнали, давай убегаем. Уже спалились, так надо менять место, 100%, да. Где вы спалились-то? Кирилл, ты где? Самое страшное, не знать, где я, да, я думаю? Это да. Еще одна граффити. Давай кто больше граффити сделает сами здесь. Они платные. В смысле? А я не слышу ваших граффити. Вы делаете граффити? Да, мы делаем граффити. Мы граффити рисуем. Граффити делаем вы? Давай, чтобы был... О, вот ящик, Кирюха, вижу. Смотри. Вообще прикольно. Самый прикол в том, что он не понимает. Давай полный эпик. Это что? Не надо, пока рано делать, как рано. Знаешь, я так еще оружие вытащил, типа, откуда, остановись. Так, нет, это недостойно. Смотри, что он там, куда он побежал там, а? Проверяет там кустики, там всю растительность там в огороде нашу, да? Не трогай мой огород. А где вы? Вот, знаешь, без худов уже сложнее играть. Так вот, да. Скажу, ладно, давай дам подсказку, что мы находимся где-то в доме. Ты чё там разбиваешь, Кирилл, ты чё? Просто скажи как, нет, стоп.
сказал, просто скажи, как ты это сделал. Я добавил свой граффити, но я подумал, что вы здесь просто, и все. Я знал эту нычку. Да. А, ты знал эту нычку? Я знал эту нычку. А, значит, я, походу, единственный, да, кто знал про это место, и думал, что ты там точно не найдешь. Офигенно. Отлично. Итак, ребята, у нас финальный маньячок, это Алекс. Алекс, ты готов? Да, радар. Саня всегда на готове. Саня теперь у нас тоже без радара. Вот, Олег, а куда нам спрятаться? Я вообще реально не знаю, куда идти. Саня, вот Саня точно знает, что все знают тут на этой карте. Абсолютно все. Саня поэтому знает, Кирюх... точно, что знает. Если хочешь спрятаться, спрячься на самом видном месте, я думаю. Я думаю, это вот... Кстати, да. Поэтому я спрячусь в особенном месте. Так, только вот я, но нужно его найти. Вот я спрячусь в особенном месте и постараюсь, чтобы меня не было видно. Не, это самое крутое место, которое только смог найти вот за все время игры на этой карте, реально. Так, Алекс, а ты уже выбежал? Я ее придерживался. Да, я выбежал. Так, Алекс уже выбежал, отлично. Главное сидеть и не дергаться. Это да, это, Кирюха, самое. Здесь вот место, когда худы отключены у противника, это, в принципе, неплохое место, но я не совсем уверен, что он не сможет найти меня. Я просто вообще, во-первых, я не знаю, где сейчас Саня находится. Я только слышу, что двери где-то открываются и все, да? Во-вторых, я не знаю, место мое надежное или нет, потому что я здесь первый раз, как бы, и, ну, вообще... А я вот вижу всего пару щелочек и вообще не понимаю, где находится Александр. Александр, подайте звук. Звук, да, звук? Или что-то типа это... Нет, все равно не слышу. Спасибо вам, сударь. Нет, я не услышал, к сожалению. Блядь. Мимо меня ты прошел как минимум один раз. И вот это я не слышал. Вот опять не слышал. Опять не слышал? Да, не слышал. Как ты мог это не слышать, если ты это слышал? Я не слышал этого. Зачем, я дурак? Я просто начал выбегать из своей нычки, когда Саня поднялся наверх. Саня, ты не по таймингу. Это тайминг просто, это тайминг. Я на 30-й секунде начну давать тебе подсказку. Так, я вообще не врублюсь. Потому что если я тебе сейчас скажу об этом месте, ты сразу поймешь. Я даже так, я дам тебе подсказку песни. Ну, ты ж не Карл. Песни дам. Нет, это. Яблоки на снегу? Нет. А это какая-то подсказка, здесь нету. Это да. А это типа сад будет. А сад это где? Это который сбоку, типа, где. Там где огород, типа, у нас, да. А, нет, слушай песню. 500 очков, песня. Там, где клён шумит. На дереве? Нет. Ну рядом. Возможно. Что-то там клён шумит, что-то там еще он там делает. Возможно, Кирилл там. Не, туда не забраться. В смысле? Он тут. Кирилл забрался. Не, туда не забраться. Кирилл! А? Просто топ! Какой жопу клён! Ты проверь куст! Братан! Вон, Кирилл, братан! Ты меня не увидел? Алекс! Я вылетел из Steamspeak'а! Ребята, я тут поржал вообще дико. Я в тесте. Да, я так и понял. Вы тоже да. Поржали? Алекс, ты меня не увидел? Нет. Лол, ты серьезно? Знаешь, ты, получается, хочешь спрятать что-то, прячешь на самом. Я на таком видном месте. Ты в последний момент уже просто мимо меня трижды стрельнул. Ну а на этом, ребята, сегодня наша серия подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась. И поставь лайк, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Коти, Варпач и Алекс Фоу. Ставьте жирненький такой палец вверх. И всем пока-пока. Всем удачи и всем пока, друзья. Пока-пока, ребят. У-ху. Ой, и разбился еще.